Первым представляю бойца в синем углу. Introducing to you first fighting out of the blue corner. Ему 31 год, рост 172 сантиметра, вес 70,8 килограмма. Его профессиональный рекорд 24 победы, 7 поражений, ladies and gentlemen. He 31 years old, standing 172 centimeters tall, official weight 70.8 kilograms. His professional record 24 victories with 7 defeats. Дамы и господа, финалист Гран-при легкого веса. Ladies and gentlemen, he's the Grand Prix lightweight runner-up из Ридера, Казахстан. Приветствуйте, Артем Резников! Его соперник в красном углу. His opponent, fighting out of the red corner. Бойцу 33 года, рост 175 сантиметров, вес 70,7 килограмма. Профессиональный рекорд 32 победы при 11 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 33 years old, standing 175 centimeters tall, official weight 71.7 kilos. His professional record 32 victories with 11 defeats. Дамы и господа, из Пакистана, Россия, приветствуйте, Али Шалбака! Рефери Максим Протасов. Бойцы середину. Парни, внимательно слушаем мою команду и активно защищаемся на протяжении всего поединка. Руки пожали. По углам. Начинается бой Артема Резникова и Али Багова. Это четвертьфинал Гран-при в легком весе. И сейчас очень интересный момент. Подошел Мэрбек Казиев к Александру Сарнавскому и Рамазану Эмееву, что-то сказал им. И возвращается на свое место. Я уж грешным делом подумал, что Мэрбек Соломбекович будет в углу у Артема, но нет. Итак, смотрим. Багов против Резникова. Есть попадание от Артема в самом начале. Лоу-кик. Идет вперед Али. Да, это габаритные парни. Широкоспинные легковесы, если угодно. Здорово. Есть. Пока Артем очень успешно работает на руках. И пошла борьба. Да, конечно же, борьбу ждут в этом противостоянии. Вот особенно это... опасен Али. У Багов именно в первом раунде, во втором. Это канонический Али Багов. Не получилось, немного в стойке. Пошел план Б, который, в принципе, подразумевается как план А. И вот так вот перехватывает инициативу Артем Резников, проводит тейкдаун. Вау, ничего себе! Да, первый перевод у него в активе. Прямо сейчас что многие отвечают. Показывает Али Багов. Наверное, мол, подожди немного. Сейчас. Тренер по ударной технике из Дагестана, тренер по ударной технике из Кабардино-Балкарии. В общем, полный набор. Так работа в гарде. Человек, гард, который закрыт. Так мог бы называться какой-нибудь фильм. Продолжает находиться сверху Артем Резников. Пытается пробить плотно с левой. Да, сейчас в клетке Есеи прям находятся два энергетических сгустка. И вот как быстро они растают. Дело в том, что действительно сил очень много у этих парней. И они их должны потратить. Насколько стремительно это будет? Вот что интересно. Видно, что очень сильно разозлен Али Багов. Там еще Артем Резников пальцы клал на глаза и доставляло это огромное количество неудобств для Багова. И вот стали поддерживать уже и Артема. Поднимается Артем Резников. Ничего особенного он сейчас не делает. Спокойно работает по корпусу. Что-то прилетает и в голову. Кстати говоря, своей головой он тоже очень умело работает.
неплохо поддавливает. Багов ждет. Локоть на коротке. Есть там цель посечь лицо соперника. Немножко по корпусу пытается пробить, но там нет размаха, нет амплитуды. И пока вот этот вот перевод в итоге заканчивается какой-то не совсем цитированной вознёй, которая ни к чему не приводит, если уж так откровенно сказать. Хотя по-хорошему видно, что желание и стремление у спортсменов ну просто хоть отбавляй. Но здесь ставки очень высоки. Во-первых, не будем забывать, что оба являются участниками прошлого гран-при в легком весе. Более того, Артем был там финалистом и уступил Эдуарду Вартаняну. Вообще, один из знаковых боев в Лиге ИСЕИ в 2023 году. С другой стороны, сейчас тоже все очень серьезно. Победитель этой пары, еще раз напомню, выходит на Хендерсона Батисту. А с другой стороны, есть уже Али Абдулазиз. Абдулазиз Абдулвахаб. Конечно же, как я мог так оговориться. Здесь сверху продолжает находиться Артем Резников. Ничего существенно не меняется. Временами пытается атаковать слева и справа. Там кровопотек на лице у Али Багова появился. Не совсем понятно, чья это кровь. То ли Артема, то ли, собственно говоря, Али. Ну, вот так вот грузить получается у Артема Резникова. И если он сможет проводить те самые тейкдауны в будущем, то есть определенная тропа, по которой он может забирать раунды. Вот очень интересно, а способны в таком режиме оба проводить весь поединок? Но если это будет так, то тогда на это противостояние будет брошена определенная тень. Пока перерыв. Бага против Артема Резникова. Первый раунд забирает Артем. И думается, что тут никаких вопросов быть не может. Итак, Капу вернули на место. Она все-таки должна быть у Артема. Центр остается за Баговым. Лестка. Очень здорово Резников работает по голове, а Бага, в свою очередь, давит. Да, и неплохой там был фронт-кик, проход. Есть перевод. Вот Багова тут же поднимается Резников, пытается кондрить. Вот сейчас очень важный момент. Да, потенциально считается, что это лучший из лучших вообще грэплеров, по крайней мере, в этой весовой категории. И это просто коса на камень. Да и вообще, наверное, в лиге. Так, да, да, да. Я думаю, что тоже. Так, здесь забирает спину Али Багов. Ноги не заправляет, работа по корпусу. Здесь на четвереньках продолжает оставаться Артем. Потихоньку будет подниматься, ставит одно колено. И здесь события разворачиваются прямо в углу Али Багова. Работает он по бедру. Александр Сарнавский кричит через всю клетку, чтобы Артем поднимался. Но сделать это довольно сложно. Тяжело бьет, конечно, Багов коленями. Так заряжает. Целые снаряды туда отправляются. Ой-ой-ой. Пытается вытащить на себя.
И нет. Не заправляет ноги, но контроль спины остается за Алибаговым. Как интересно, да, у нас в предыдущем отрезке доминировал и царствовал, ну, в целом Артем. А вот сейчас ситуация абсолютно обратная. И вновь по бедру. Ну что ж, если первый раунд у нас забрал Артем Резников с небольшим преимуществом, то второй отрезок пока забирает Халк заявно. Но есть еще почти 3 минуты. Выкручивается Артем Резников, отдает шею. Это шанс. Шанс однозначно для Багова. Да, просто бульдожьей хваткой здесь будут брать и тот, и другой, любой прием. А они сильны практически в любом элементе, если это касается борьбы. Смотрим здесь, какой переход. Упирается, конечно, Артем здесь ищет всячески возможность выкрутиться. Ставит вот эту руку под правую ногу для того, чтобы окончательно до конца развернуться лицом к оппоненту. Еще один удар по корпусу. Пытался рывком забрать спину. Резников ждал, ждал, но пока не дождался момента. Еще один шанс. Цепко, очень цепко работает Багов. Еще успел что-то показать рукой своим секундантам. Ну да, он как-то своеобразно с ними общается. Удивительно, что вообще находит время с ними поговорить. Что здесь? Неужели полный маунт будет? Да, так и происходит. Сразу же растягивает там. Али соперника заходит в боковой. Пытается улучшить позицию. Подключает локти на коротке. Более чем серьезное давление со стороны Багова. Не стремится к тому, чтобы отключить руку Али. И просто работает левым локтем. Здорово. Да, серьезно здесь. И надолго решил застрять Али Багов. Помучить основательно Артема. Тот пытается замостить, выйти из этого положения, но что здесь? Распятие состоится или нет? Нет, пока сложновато. Там много крови, есть рассечение, кажется, у Артема Резникова. Отключает он руку, берет на распятие. Активно мастит Резников. 35 секунд. И все это может очень плохо закончиться для Артема. Локти из этой позиции очень опасные. Более того, в таком положении довольно часто рефери останавливают бои, потому что они имеют полное право на это. Пассивная защита. Не может защищать голову здесь Резников. И пропускает удар за ударом. 14 секунд. Последнее мгновение. Предупредил Максим Протасов о том, что это последние секунды. Включился Багов. Но нет, будет раунд под номером 3. Резникова. Первый был за Резниковым, второй не просто был за Баговым. Счет 10-8 не исключается. Да, жестковато там завершил этот отрезок Али.
И вот теперь он начинает обстукивать Артема. И видно, что Резников то ли закисывался, то ли просто тяжеловато ему ныряет в борьбу. Но как будто бы из последних сил, что ли. Что-то идет не так у Артема Резникова абсолютно точно. Не получается сегодня у него бороться, работа по корпусу. Ну и сейчас Али будет постепенно улучшать свое положение, развивать успех. Довольно много ударов уже прилетело и по бедру, и по ребрам Резникова. Вновь обрабатывает коленом. Пытается защищаться здесь Артем. Но тяжеловато ему сопротивляться вот такому уверенному Али Багову, который просто шанса будто не оставляет. И как же лихо у нас поменялась, в принципе, обстановка внутри поединка. Ничего не предвещало подобному развитию событий. Снизу попадает Багов. Там открылось кровотечение из носа у Артема. Таскает за собой уже Али Багов Артема Резникова. Но Али не действительно именно растаскивает соперника. Причем делает это так, как хочет. Выведение из равновесия в очередной раз. Но здесь опять будет пытаться Артем встать. На пятой точке. Мощные удары, амплитудные коленом. Отключает приводящие мышцы, чтобы сложнее было передвигаться, вставать. Поставьте еще что-нибудь в этот ряд. Что можно делать в рамках поединка? Бить, например, ногами в том числе. Еще один удар. Целая серия попаданий от Багова в голову. Конечно же, Али может и спокойно работать с высоты своего опыта. Спокойно набирает он очки. Да, серьезнейшая шишка есть на голове у Артема Резникова. И она может усугубиться, если туда еще прилетит несколько ударов. Как же безальтернативно сейчас выглядит этот поединок. Неумолим, конечно, Багов. Просто никакого шанса не оставляет. Потому что не получается подняться Резникову. Еще один удар. Опять на себя. Забирает позицию. Приберет шею или что? Рвется в полный маунт здесь Али Багов. Скрутился в креветку практически. Резников накрывает сверху. Да, конечно, максимально эпично будет, если Али Багов выиграет у Артема Резникова прием север-юг. Минута 40. Середина боя позади. И на самом деле оборона Артема эпизодически уже становится пассивной. Да, трещит по швам. Абсолютно точно. Попытка забраться за спину, контрить. Надеется здесь Артем. И вот такой заход от Багова. Попробует удушающий прием сзади или что? Нет, скорее... Треугольник. Но здесь спина не позволит, наверное, Резникову сделать этот прием. Смотрим. Багов пробует. Али, ой, какой мастер подобных сабмишенов. Нет, здесь не будет. Да, пытался перехватить инициативу, Артем. Не состоялся здесь и армбар. Болевой на локоть. И вот здесь Резников в какой-то веке оказался сверху. Но как Багов встает? Физически просто лучше готов. Да, и теперь это отчетливо видно. Стойка. Полминуты еще есть в третьем раунде. Понятно, что это отрезок, как и второй, остается за Али Баговым. Пытается пробивать фронт-кики, кстати, такие же, как и у Эдуарда Вартаняна были в поединке. Левый боковой на внутренний лоу-кик. Такой обмен. Дышит Резников. Будет стараться проводить атаки на скачке Артем. Но сил нет. Сейчас будет еще одна минута на восстановление. А вот это левый боковой был очень плотный. Москва!
Ну что ж, вот таким получается этот поединок. Ну, драматичным уже точно. Нервов хватает, сердечко бьется чаще. Я думаю, не только у меня. Ну, ты сам переводи. Не надо, стойки, работай сейчас. Стойки, бей, 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 у него такие стойки. Работай, брат. Бей, стойки. Низ показал, снизу, блин, все. Понял? Подыши со мной, подыши, давай. Ну, выйдет, подыши. Эй, ты людям подыши, да, иди. Да, да. Я руки как. Итак, смотрим. Четвертый раунд. Вот интересно, насколько все-таки сможет поработать руками. Ну, хорош ведь Резников. Попадает здорово на руках, но опять бросается в борьбу. И, пожалуй, делает, наверное, непростительную ошибку. Сразу же отбрасывает ноги. Опускается чуть ниже Алибагов. Смотрим. Как будто бы должен закончиться этот бой приемом. Вопрос каким? Пытается подняться Артем Резников. Не заскакивает и не забегает за спину Али. Продолжает хватать шею, не отпускает ее ни в коем случае. Как за поплавок держится в открытом море Алибагов, но не потому, что ему нужна помощь как утопающему, а потому что временами помощь нужна здесь как раз-таки Артему Резникову. И также временами Али посматривает на большой экран на ЦСКА-арене. Вот сейчас, например. И пытается понять, что ему делать в следующую секунду. Корпус, голова отсюда. Полторы минуты позади. Время, опять же, работает на Багова. Это четвертый раунд. И постепенно мы приходим к ситуации, когда Артема Резникова может спасти только досрочный финиш. Но, опять же, силы, где их взять? Привстает немного Артем. Продолжает его удерживать Али. Смотрит сам на себя в экран. Будет делать попытку зайти. Нет, встает Артем. И тяжеловато, конечно, передвигается сейчас только за счет движения по клетке. Немножко раскисляется. Хороший левый боковой. Ой-ой-ой-ой. Размен на руках. И даже хай-кик выбросил Алибагов. Завелся Али не на шутку. Ответные действия. Но вот здесь в стойке все может складываться по-разному. Несмотря на то, что бензобак у Артема уже наполовину пуст. Ну да, и вот этот вот перевод сразу с пересаживанием фулл-маунт может быть очень-очень тревожным. Сразу боковой контроль с потенциальным наверняка отключением руки. Все сейчас будет для этого делать Али. Ну и, скорее всего, также будет подключать локти, работать с целью углубления дальнейшего углубления, точнее, тех рассечений, которые уже есть на лице Артема. 2 минуты. Время есть. По голове. Слева-справа. Вновь локоть на подбородке. Чуть выше. За 4 раунда всего 4 тейкдауна суммарно. И это в таком поединке. Багов Резников. А вот и рука отключенная. И за 1.5 минуты до окончания 4-го раунда у Артема Резникова начинаются серьезные проблемы. Пока не может конвертировать это преимущество, кстати, Али Багов, надо признать. Но рука продолжает быть отключенной. О, еще и ноги скрестил. Да, вот локоть есть точно. Еще разок и еще.
подобрал темп и чуть ускорился здесь Бага. Еще несколько ударов. Пытается прятать голову Артем Резников. Но на самом деле сейчас может быть уже и остановка. Максим Протасов на грани этого. Минута. Да, есть удар, и можно останавливать на самом деле. Здоровье тоже стоит на голове. Все. Все. Досрочная победа Али Багова. И он проходит полуфинал гран-при в легком весе. Именно он будет драться с Хендерсоном Батистой. В четвертом раунде сумел финишировать Али Багов Артема Резникова. И, наверное, этот вопрос, этот гештальт закрыт. Еще раз повторы. Серьезные повреждения были на лице у Артема Резникова. Да и вообще никаких вопросов по остановке здесь нет. Итак, три поединка Абдул-Азиз Абдул-Вахабов Али Багов уже есть в истории лиг ACB и ACA. За горами четвертый, это лишь предположение. Так или иначе, сейчас Али Багов выходит на Хендерсона Батисту. Если выиграет, то, соответственно, он будет драться в главном поединке турнира. Но и Абдул-Азизу нужно выиграть еще одну встречу. Дамы и господа, время остановки поединка 4 минуты и 13 секунд четвертого раунда. Ladies and gentlemen, we have time. 4 minutes and 13 seconds of round number 4. Техническим нокаутом. Добивание. Одержал победу и отправляется в полуфинал гран-при легкого веса. Your winner by technical knockout. And goes to Grand Prix Lightweight Semifinal, Али Багов! Да, вот так вот назовем там. Свои выбрали, свои выбрали, они твои. Если что, я микрофон возьму, извинюсь. Просто ты знаешь, ты многое тоже сказал, я тоже многое сказал. На этом закончим. Но это спорт, я тебе говорю, ты тоже гонял. Давайте дадим интервью. Артем, прошу тебя, не уходите у Али Багова. В первую очередь мы поговорим с ним. Али, прошу тебя на центр. Друзья, поаплодируйте Али Багову в первую очередь. Великолепная победа.
Я тебе скажу честно, мы с Русланом Кабардовым, твоим тренером, разговаривали как-то до, и он говорит, такого Багова ты еще никогда не видел. Если честно, я с ним согласен. Как ты считаешь, ты это был сейчас другой Али? Всем ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Братья, которые приехали поддержать меня не из нашего республики, в соседних республиках, с Краснодара, вот сейчас Аслан, брат, он всегда смотрит, наблюдает, встречает. Эта победа я отдаю Амиру Ставрополю. Он всегда поражение, победы, не победы, он всегда мне помогает. Бархала, брат, за все. Я тебе сказал, я это бой заберу. Хоть там кусаться буду, но я, иншаллах, я это бой заберу. Я много тренировался для этого. Я в Дагестан поехал, я там не за Артема я поехал. Я всегда, когда я тренируюсь, готовлюсь, я туда приезжаю. Когда Абдуманап Абдумагомедов жил, он меня пригласил, я туда поехал. До сих пор меня братья там встречают очень тепло. Когда мне этот бой дали, мы с братьем, старшим братом, с младшим, вот Хабардов Русик. Короче, нас немного, если честно. Ну, команда у нас мало, даже у нас команды нету. Мы сами по себе, как Хабдеж, короче, тренируемся. И этот, мы в Эльдус подрались, там 3 недели потренировались. После операции у меня вес поднялся на 94, примерно вот так. Я там 3 тренировки провел без ужина. 3 тренировки в день без ужина, это очень тяжело. Но я там тренировался, пахал, спустился, вот тренеру написал, он меня принял, спасибо ему большое, он меня тренировал. Всем школу Абдуманапа Нурмагомедова, всем братьям, которые спарринги сделали со мной. Братья, вам огромное спасибо большое, особенно тренеру Багандову Баркала за все. Этот еще в нашей зуле от Бакстан. Наши братья там тренируются, я тоже там вырос, я там тренируюсь, короче. Ну, всем в общем спасибо, Баркала. Эти перчатки, Амир, я тебе обещал, принесу. Я эти перчатки, я тебе отдам, брат. Вот они готовые, короче, вся в крови. А так все, кто приехали, еще раз Баркала. Если честно, я на эмоциях был. Я своим кабардинцам так показал. Вот мы завершили это дело. Начатое закончили, иншалла. Только вперед, ни шагу назад. Мы, иншалла, еще докажем. Я здесь пояс оставил, поднялся. Сейчас спустился. Но все по-другому будет, по воле Аллаха. Еще раз, вот на телевизоре смотрят моя семья. Мама, папа, всем. Мы скоро приедем, иншалла. Все, баркала. Ваши аплодисменты, Али Багов. Не уходи далеко. Сейчас мы поговорим с Артемом. Артем. Друзья, поддержите Артема Резникова аплодисментами. Он их определенно заслуживает. Артем, насколько тяжело принимать вот такое второе непростое поражение? Честно говоря, второе поражение к ряду. И такое неприятное. Вот видите, какой я побитый. Не знаю, не идет. Я хочу извиниться перед всеми. Я не показал тот бой, который нужен. Я не хочу так выступать. Я либо завязываю свою карьеру, либо на год делаю паузу, потому что меня не устраивают такие выступления. Я не хочу дальше так продолжать вас подводить. В любом случае, мы желаем тебе скорейшего выздоровления. И обязательно возвращайся, ни в коем случае не завершай карьеру. Друзья, поддержите Артема Резникова аплодисментами. Ну что ж, а теперь самое время встретиться лицом к лицу с грядущим оппонентом. Али, не уходи далеко. Я хочу пригласить сюда Батисту, нашего бразильского бойца, который сейчас скажет свое веское слово по поводу того, что увидел. Дайте шума, друзья! Хердерсон, скажи, пожалуйста, как тебе этот поединок, насколько тебя впечатлил или не впечатлил Али?
Como você gostou esta luta e como você está impressionado por seu adversário? Ele não me impressionou em nada. Eu sabia que ele ia vencer essa luta. Ele vai precisar mais do que isso para me vencer. Нисколько меня не впечатлила эта борьба. Я знал, что он победит, и он победил. Отлично, Али. Прошу тебя на центр. Хердерсон. Он говорит, что этот поединок его не впечатлил. Что тогда нужно сделать в вашем грядущем противостоянии, чтобы он был под впечатлением? Ну, в бою покажем, как говорится. Настанет это время тоже. Durante essa luta você vai ser impressionado. Durante essa luta você vai ser impressionado. Vamos ver. Тогда самое время заглянуть друг другу в глаза. Que questão? Salam aleikum. Eu quero o apoio de todos aqui do que questão. Хочу поддержку всего зала. В национальном кыргызстанском, соответственно, головном уборе Хердерсон. Али, в следующий раз ждем от тебя папаху. Давайте заглянем друг другу в глаза, друзья. Впереди очень яркое противостояние. Али Багов и Хердерсон. Батиста, пошумите, друзья! Это будет жаркий бой. Ваши аплодисменты триумфатору Али Багов и Хердерсон Батиста.